Давай, будем делать видео, потому что наши зрители недовольны. Они говорят, что я тебя абьюз. Я тебя абьюз? Смотрите на эту наглую морду. Он вообще, он кроме Нью-Йорк стейков ни хрена не ест. Какой там абьюз? Ну, окей, там раз в год могу ему сказать, сидеть, лежать, умри. Иди сюда. Сит. Сит, дай мне лапу. Давай лапу. Так что успокойтесь, это самая счастливая собака в мире. И у него игрушек намного больше, чем у некоторых детей. А ну давай, принеси мне игрушку. Принеси. Поэтому комментаторы, уже угомонитесь. О, что ты мне припёр? Покажи мне свою коробку с игрушками. Я говорю, у некоторых детей столько игрушек нету, сколько у этой собаки. О, смотрите, это его коробка. Давай будем рыться там. Что у тебя там есть? Что у тебя там есть? Покажи. Покажи. Микки Мауса сейчас любишь? А до этого? Ну, что? У него змея есть, тут бублик есть, какие-то мячики, белки там, костей до хренища. Вот. Ну, вот что? Что вам еще не уходить? Смотрите, у этой собаки есть все на свете. Поэтому уже угомонитесь, хейтеры. Угомонитесь. Собака нормальная, накормленная. Кушает мясо, кости. У него тут все есть. Кстати, у него даже есть оленей рог. О, твое? Твое. У него все тут под контролем. Так что я говорю, я желаю всем, чтобы люди, дети, были счастливы на этой планете. И все имели все в достатке и были счастливы, вот как вот эта собака. Это самая разбалованная собака в мире. Ну, не знаю, может, еще там какие-то есть. Ну вот, смотрите. Что у него тут только нету. Так что угомонитесь. Все у него тут под контролем. Он все контролирует. У него этот идет, как говорится, учет всему.